Люди, я вот обращаюсь к приличным людям. Вот прямой вопрос вот к Каспарову, к Троицкому, там, ко всем остальным. Ребят, вы за Россию умереть готовы? Я слышу ваш ответ. А мы готовы умереть за Россию. Вопрос второй. Вы за Россию убивать готовы? Я слышу ваш ответ. А мы, ребят, готовы убивать за Россию. Тогда не выебывайтесь. И вот собирайте свою пятую колонну и в колонну по одному за мной шагом марш. За мной шагом марш, понятно? Я серьезно говорю, это не шутка. Я почему нервничаю из-за таких вещей? Потому что собираются некие люди и говорят о будущем России, как они ее там обустроят и так далее, и так далее. Я с вами согласен, ребят, но вы сможете это сделать. Вы сможете это сделать без нас, не сможете сделать без нас. Тогда вы хотя бы кого-то из нас туда приглашайте. Кого-то приглашайте, того, кто это будет делать реально, потому что вы это делать не будете. И не я многих из вас очень уважаю, многих уважаю, Кох, конечно, не уважаю, а вас уважаю, Троицкого уважаю, уважаю Киселева, уважаю, конечно, Каспарова, очень уважаю Каспарова. Ну, есть все-таки, ребята, здравый смысл. И главное, не позиционируйте себя как единственную силу, которая что-то там является оппозицией какой-то, ребят.